Бойцы из Троицко-Печорского района выразили благодарность всем неравнодушным жителям республики за гуманитарные грузы, которые постоянно прибывают в зону проведения спецоперации. Видео «Привет с фронта» разместила в соцсетях волонтер Полина Ефремова. Выражаем свою благодарность жителям Троицко-Печорского района за оказанную гуманитарную помощь, а также всех неравнодушных, кто вносит свой вклад в наше общее дело. Выражаем искреннюю благодарность Полине и волонтерам. Победа будет за нами! Полина Ефремова дважды ездила на передовую. Сейчас планирует очередную миссию. На фронт волонтер доставит еще один УАЗ – сетку «Рабицу», провода для связи, продукты, одежду и медикаменты. В сборе гуманитарного груза участвуют жители Троицко-Печорского района, активисты Ухтинского боевого братства и сотни других неравнодушных жителей Коми. Сотрудники Печорского торгового центра «Нефтяник», к примеру, помогают фронту с первых дней специальной военной операции. Сначала это помощь, кого мобилизировали, потом родственникам, ну и потом все переросло в поддержку уже СВО, ребятам, не только Печора, а вообще. Но это, наверное, должно быть какое-то вот состояние от души и понимание, да, что мы все-таки люди из крови, плоти. Ну, оно же не должно быть так, что вот мы живем, да, как животные, например, там, да, и все. То есть мы должны же что-то как бы оставлять за собой, хотя бы что-то светлое. Отметим, ранее волонтерский проект «Печора своих не бросаем» стал победителем регионального этапа международной премии «Мы вместе». Сбор гуманитарной помощи в городах и районах республики продолжается.